Ребят, всем привет. Я нахожусь на мойке в Москве. Познакомились с парнем, который работает и спит тут же, где и работает. Приехал из Казахстана, пообщались, хочет в Америку. Денег нет, вообще нет. И пришла идея как раз сегодня провести социальный эксперимент, взять человека с казахским паспортом и помочь ему эмигрировать в Америку, снимая при этом каждую деталь его подготовки и так далее. Мы сначала будем пробовать по визе. Если виза не пойдет, тогда будем проходить через особый режим въезда. Ну, собственно, вот это место, где парнишка работает. Такая мойка. Зима, холодно. Сегодня праздник. Написано 24 часа. Я думал, они спят. Нет, спят. Вот так вот люди живут. Вот здесь спят. Кровать. Что, можно будет?